А его можно обмануть, возле края стоять и резко отойти. А, обманул! А, не обманул, да ё-моё! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Эсгоун, Сайбер, Чебузаврик, Васаби, Кингонфайр, Пингвинус, Тимончик, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы с пацанами и с подписчиками решили очень сделать классное выживание в громадном лабиринте, выживать от SCP-096. Но надеюсь, будет не только 096, а еще много-много разных, но это будет в конце ролика. Если опять кушать приятного аппетита, мы начинаем веселиться, угорать и выживать. Пацаны, вы готовы? Я буду башни. Я слышу твои крики, там их слишком много. Я понял. Ну что, давайте, короче, их надо подразнить. Первый пошел. Ой. Я понял, я немножко погорячился. Мамочка моя, убегаем. Отлично, он не нашел, где я. Блин, ребята, это очень стрёмно, поэтому, если вы хотите так само повыживать с нами, заходите в наш дискорд. Ссылочка в описании, любой может зайти, записать и поугарать. А ничего, что я лабиринт вообще не знаю. Но в этом и есть смысл, поверь, я на этом лабиринте записывал очень много раз, я его тоже не знаю. Моя сейчас главная цель, знаете что? Добежать до вышки, и с вышки уже повеселее будет выживание. А я на вышке. Я прям, знаете что? Слышу, как они бегают по всей карте. Блин, я тут один, я заблудился. Ой, Пингвинус умер. Дим, нет, у нас не... нет, он сзади меня. А, это за тобой стрёмник? Да, это очень стрёмно, он прям рядом был. Ребята, обязательно прямо сейчас ставьте лайк, потому что каждый лайк это плюс один к выживанию. Давайте сделаем так, чтобы я точно затащил. Давай, блин, он близко. Он за мной? Нет, на башне. Ай, блин, это был челик. Ну что? Не видел, я испугался, блин. Ого, их тут сколько. Пацаны, тут нормально их так наставил я. Дима, новая волна уже пошла? Конечно. Давайте подразним их. Так, мы сейчас его обманем. Смотрите, он бежит, а он бежит. Он по лабиринту сверху бежит? Это читер какой-то, еще один. Да как он вылез? Ой, сел. Тимончик, иди. Это был прикол. Я слышу. Так. Еще давайте подразним их. Нет. Отлично, молодец, раздразнил всех. Мама моя, выживаем. Отлично, ребятушки. Бежим со всей силы. Он сзади, прощайте, пока. Голову сломал мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я бегу до пацанов. Беги! Как вы думаете, они под водой бегают или нет? Они бегают. Бегают, да, под водой? А как он меня достанет? Мне не достанет. О, я буду идти по... Блин, хотя по лабиринту, по стенкам идти, ладно. Будем стараться так... Эй, ты не пугай меня. Дима, извини. Они там, эти чилипиздрики. Это мои чилипиздрики. Это твои домашние? Это армия чилипиздрики. Да, ребята. Это можно завести себе домашнего питомца 096-го скромника. Ну, надо только кормить людьми. Мне не нравится. Где он? Дима, иди. А где он? Где он? Так, а что вы стулья ставите? Стулья не надо ставить. Дима, меня убили. Отлично. Дима, мы заблудились, скажи сразу. Не-не-не, я тебя веду правильно. Ты за мной идешь? Идем. Я тебе покажу, куда идти. Так, я еще больше загрыз. Блин, о, нет! Мочи подписчика! Одного загрыз. Я обманул его! Тихо, пока он его мочит, нам надо убежать. Кто это там у нас умный по лабиринту ходит? Это я! Дима! А что, слезай быстро. Отлично. Там можно выживать как угодно, вы чего? Конечно. Летать нельзя, главное. Дима! Да. Понимал, на меня бежит скромник и через него пробегает. Ну все равно. Да как так-то? За тобой гоняется. Прощайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Скромник я прямо хуже. Ого, они все бегают уже по лабиринту? Да. Отлично. Так, ну что, идемте по стенке. Ой,
Окей. Мы сейчас точно выживем, точно выживем. Через скромника прошел, его брат меня убил. Братишка? А может, это сестра была? Может быть, не знаю. О, кстати, бывает скромник женского пола, мне интересно. А, это, наверное, знаете, как называется? Скромниха. Скромняшка. Скромняшка, точно, точно. Так, продвигаемся. Дима, не беди, Дима. Они прям под нами, это очень стрёмно. Ого, их тут сколько! Дим, я тебя вижу, посмотри на большую стенку. Все четко, молодец, тебя никогда не убьют. Я сейчас тебя в ловушку загнал, сейчас скромники прибегут мне по попе. А-та-та сделаю. Потихонечку идем себе, выживаем, никого не трогаем. А я чуть не упал. Ого, их там, я даже боюсь спрыгивать. Мышку бегу. Теперь представь, как я попал на башню, чтобы спрыгнуть на большую стену. О, может еще поставить чумного доктора? Нет, поставь печеньку, печеньку поставь. Да не, он тогда жестко вообще будет убивать нас. Давайте чумного доктора поставим, чтобы он чумных всех делал. Так, а где у нас чумной доктор? Вот он. О. Вот такого монстра поставим. Ты че, прям около... Ой. А как он меня убил? Я хотел в него стрельнуть и умер, их обновили. Ай, блин, а что? Что он делает? А, они не бегают, они стоят. Они карту эту... А, знает карту, пошел. Так. Не поагрить. Ого, они все вернулись, они возвращаются на свое место, когда убивают. Смотрите. И сел. Да, дрозди их, отлично. Так, постоим, видите, я их не трогаю, они меня не трогают. Главное, что... А, их нельзя трогать. Ой, я забыл их. Точно, нельзя трогать, блин, это жесть. Да ты что? Ой, вы нормально их дразните. Нормально, пойдет. Так, отлично. Да что я за что, блин? Ох, он разрывает, смотрите, что он делает. Как-то реально псих. Так, мне нравится это веселье. На, еще одна. Дим, понимаешь, от них нельзя справиться, они везде будут. Да? Ладно. Это ж хорошо, ребят, на это и расчет. А можно их резать? Я постараюсь. А, ну можешь монтировкой их бить, если хочешь. А у меня бита, Дима. Ну, давайте битой. Да вот что они кричат? Прям слышно, как в каждом коридорчике где-то они орут. Заполонили, короче, этот весь лабиринт. Дима, знаешь, где они все? Они возле башни и в спавне. Блин, это... как я испугался. Так же можно, блин... Шоу. Ого, нормально. Так, надо валить. Опа, по стеночкам. Только так можно выжить. Так, моя цель сейчас дойти до башни. О, давайте так, кто доходит до башни, можно по ним стрелять с башни. О, давай. Я дошел до башни. Только не сильно мощным оружием. Так, защищать они подписчиков чисто, кто бежит, гасить по нему. Ай, блин, прямо. А не многовато я их поставил? А, я испугался звука резкого пламени. Так, я идем, вообще идем, их идем. Боюсь, они такие. Да не бойся, не бойся. Они тебе всего лишь ночью будут сниться. А так все хорошо, все нормально. Блин, так боюсь вниз спрыгивать. Очень боюсь. У нас еще есть скромники с этого пака. Сейчас мы их немножко удалим и поставим. Поставим разных. Так, давайте мы сейчас поставим вот такого. Ой, блин, он такой большой и страшный. Так, интересно, он меня достанет или нет? Такого. Не, у них, кстати, меньше жизней, чем у этих. Да? Ну нормально все. Надо валить. Блин, прям навстречу бежал. Так, интересно, он будет меня гасить? Ну-ка, где он? Шоу. Где он орет? А, он меня убить хочет. Не, чувак, нет, да, я не буду спрыгивать. Ты видишь, как он хочет меня загасить? А! Ты дурак, что ли? Ой, не ту кнопку нажал. На тебе. Под срачником тебя сейчас буду скидывать. Давай, бей его. Блин, это стрёмно. Я не хочу падать вниз. Так. А чё они не агрятся? Ай, кто это стоит? По мне не стреляйте, пацаны. Извини, Дима, это обстоятельства. Я понял, обстоятельства твои не очень такие приятные. Так, надо валить, а пацаны сейчас тут всю карту сожгут. О, у нас тут пламя. Всё как положено. Те стоят тут, тусуются, дискотеку устроили. Мужики, вы будете кого-то убивать или будете плясать стоять? Смотрите. Это я стреляю с башни. Так, я иду вниз.
прям... Блин, да у меня убить хочет, я боюсь спрыгивать. Так, пусть он идет сюда, да? Я резко, резко побегу. А, мама! Мама, мамочка моя! А вы что тут сидите? Ну-ка, Дима, давай. Нет! Дима, он идет за тобой! Да разве его нету? А, да, бежит. А его можно обмануть. Вот и края стоять и резко отойти. А, обманул! А, не обманул, да ё-моё! Блин, классно сегодня страдает. Уго, я заспавнился. Питерское место, конечно, мне нравится. Так, сейчас знаете, мы кого добавим? Хотели печеньку? Сейчас у него будет печенька. Не надо, не надо. Да надо, надо, не бойся, не бойся. А я уже буду. Я что, моргнул сразу? Че мгновенная смерть-то, а? Пацаны, не моргайте, не моргайте. Блин, а подземный лабиринт еще страшнее. Не, я вообще туда боюсь спускаться. Представьте, в ночном лабиринте выбежать. Убегать от исцепи на 96. Дима, помнишь, мы там записывали от кого-то? Ой-ой-ой-ой. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы мы записали в ночном лабиринте, давайте плюсик в комментариях. Если будет очень много плюсиков, мы сразу записываем в ночном лабиринте с SCP. И мы так делаем, что будет настоящий игрок играть за SCP, а не NPC-шка. Или NPC-шка, потому что, мне кажется, настоящий игрок вообще не найдет выход там никогда. Там же фонариков нету из цепишек. А, Дим, в том лабиринте NPC. В ночном? Да. Ой! Так, приближаемся к башне. Че, пацаны, у вас их там много? Их монстров? Так, только меня не убейте, пожалуйста. Так, приближаемся. Дим, если мы тебя убьем, это не наша проблема. А чья это проблема будет? Твоя уже. Здрасте, чего это? Моя проблема будет. Так, 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 осторожно, осторожно. Блин, я заблудился в четырех стенах. А, вот все правильно иду. Да, вот сюда вот. О, мама. Мамочка. За мной четыре скромненько гоняются. Мама, мама. Мама, отлично. Я их обманул. Печенька. Да-да-да-да-да, значит, на тебя ходится печенько. О, тут сидит на краю такой одинокий, грустный. О, побежал, отлично. О, а вы что? Он упал. Не-не-не, только на кого охотится печенька. А вот это лабиринт. Ребята, он гигантский просто, этот лабиринт. Че, достаем оружку, начинаем фигачить их с пулеметов. Дим, смотри, там два скромника, видишь, стоят? Да. Нет. Сюда. О, вижу, вижу, вижу. Ой-ой-ой, что оно такое мощное? Мне кажется, эти скромники, они вообще какие-то конченые. Ой, я моргнул. Они живые, да ладно, давайте их удалим. Как они выжили? Да они какие-то беспонтовые. Они хорошо. Не двигаются, но они бессмертные. Я сейчас, знаете, поставлю кого? Может, деда поставить? Раз, два, три, трех дедов поставил. Дима, он сейчас тебя в карманы свое измерение затянет. Не, так сначала надо, чтобы он затянул. Ой. По голове прыгает. Блин, схватил меня, ребята, прощайте. Да ладно, ну блин, ты что, он жесткий. Ай, зараза. А вы что тут расселись? Они всегда возвращаются на свое место. Эй, еще раз, дед, а чего у меня хватает постоянно? Гуляли и домой ушли. Так. Дима, можно убивать? Конечно, нет. Блин, дед, отвали от меня. Отвалите! Отвалите, мужики. Так, попробуем повыживать все-таки вот так вот поубегать как-то на дурачка. Прям навстречу. Давайте, давайте, деритесь с дедами. Ай, схватил, схватил все-таки. Дед схватил, а 0.96 порвал. Ну, зараза, а. А кто на крыше стоит? Кто на крыше стоит? Я не знаю. Так, отлично, ой, отлично. Давайте еще поставим дедов. Если они сюда вернутся. Это вообще жестко. Надо бежать постоянно, чтобы дед не схватил. Они дед? Они смертные. Смертные, смертные. Ого. Сейчас Венигана по ним шмаляю, они не убьют. А, Венигана их не убьет. Так, отлично, ну что? Бежит за мной? Нет, за пацанами бежит. Дима, у них жизни больше, чем у 96-го. Да? На, понюхай. На, еще нюхай. Ой, красиво, прям под ноги кинул. О, Serious M2. О, давайте вот скинем небольшие бомбочки, маленькие. Тиманчик.
Три бомбочки, ну-ка. Ой, только на подписчика немножко скинул. Бум, нифига. Еще три. Беги, Димка, беги под воду. Ой-ой-ой, ребята, вот это мы вакханалию делаем. Как всегда, Гаррис Мод веселит. Три деда за мной, три, представляете? Я пожертвую сам... А, нет, убили все-таки. Ой-ой-ой. Че, не умирает, что ли? Вы че, зараза? Не умирает. Давай я свою, сейчас. Бомбу. Бум. Ой, не умерли. Че они не умирают? Дим, твои бомбы фигня, давай я своими. Мне тут дед вонючий. Ну-ка, надо валить. Плывем подальше. Что-то твои бомбы... Ой-ой-ой, блин, убегал и прилетел на бомбы. Че они не умирают? Дим, давай своими бомбами. Ой-ой-ой. За километр убил. О. Так, пацаны, все, я знаю, как их убить. Готовьтесь. Ой. Где они вообще? На спавне. Прощайте. Они не умирают все равно. Дим, давай своими попробуем. О, сейчас, подождите. Даже не тратится, понимаешь, Дим? Даже ХП не тратится? Тратится. Это Марк 77, не надо, дядя! Сейчас. О, вот так, правильно. Бегите, глупцы! Не, они не умирают вообще. Знаете, сколько мы на них бомб сбросили? Ой-ой-ой! Сейчас еще моя бомба взорвется, вообще будет жесть. Ой! Все горит. Ой. Надо валить. Ой-ой-ой, смертные? Они смертные, их можно убить. Ну, а скромник мертвый валяется. А, значит, умирают. Вот это взрывы-то. Красота. Некоторые из них залагали вообще. А где взрыв? Понял, сейчас мы, ребята, все сделаем. Эта бомба, она просто берет, то, что ты запретил, она расфризывает. Полетела. Нифига, не помогает. Хорошо, давайте что-нибудь помощнее. Ой! О, умирают, какие-то умирают челики. Ну это скромники. Ой-ой-ой, вы что сквозь стены ходите? Я только тоже пожары появляется новый. Какие пожары, ты чё? Я тушу пожары. Один только умер, только один умер. Прощайте, надо лететь быстрее, я не успею. Ой-ой-ой. А нет. Ты что? Мы проиграли войну. Короче, ребята, из цепи сегодня нас победили. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. После мои ролики еще.